Помогите мне, секретарь. Нет, я один не пойду. Найдем. Не иголка ведь, а медведь. Что это он делает? Спину сгибать учится. Его оперировали. Нашли в позвоночнике старый немецкий осколок. Как поживаешь, старик? Отлично. Послушай, почему мы с тобой всегда встречаемся только в госпиталях? Или ты, или я, или оба. Бронюс. Бронюс, твоего отца убили вчера ночью националисты. Пусти! Пусти, что ли? Бронюс. А мать? Нет. Уважаемая, принесите мне одежду. Лейтенант, я не могу без разрешения хирурга. Одежду! Спасибо. Садись в кабину. Я не могу сидеть. Стоять будешь? Я лягу. Наверное, там найдется для меня место. Как хочешь. Граната! Граната!
Отца не стало. Хорошо. Микас! Отца убили. Погоди. Вот что. Можете идти домой. Завтра уроков не будет. Скажи отцу, кто-нибудь угрожал? Получал все время записки. Если будешь председательствовать, прихлопнем. Домовой. Здравствуйте. Вы меня не помните? Мы двойно вместе играли. Вы к нам всегда приходили на Пасху крашенки катать. Бронишь. Ты его видел? Да, мама. Господи, какой он мертвый. Никогда не думала, что он может быть таким. Не найдешь нищего беднее, чем наш отец сегодня. Отмерят 2 метра красной земли и вечно ему память. Он оставил 4 сыновей. Почему ты говоришь, он оставил? Вы мои сыновья. Ксенза позвать надо на похороны. Нет, мама. Отец всегда охотнее ходил в корчму, чем в костел. Бронюс, ты был мне самым дорогим. Ты ведь у меня первый. Сколько я натерпелась, пока носила тебя. Позови ксенза, сынок. Нет. Нет.
Бог в помощь. Спасибо, спасибо. Марцинкус помогал отцу председательствовать. Да ну, что там. Место председателя свободно. Говорю, место председателя освободилось. Нет, братцы. Власть ведь должна быть. Господин учитель знает. При немцах я помогал нашим партизанам, чем мог. Я не ахти, что имел, но все же помогал. Да, помогал он нам. А теперь почему нет? Так ведь ясно. Как же жить будем? Землю пахать буду, пока лошадь есть. Где изба Потиса? Ну, вон там. Да не пойдет он, и за деньги не пойдет. Шутка сказать, за год пятерых председателей ухлопали. Любому приятнее под хвост коню смотреть, чем ангелу в лицо. Но! 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 Ну! Нет, не просите. Нет, нет, нет. Может, ты? А ты, Потюс, старый солдат, что скажешь? Я-то? Председателем? Вместо вашего батюшки? За что? Чем власти не угодил? Разве это наказание? Ты же свой человек. Тут все свои. Иначе с нами не говорили бы. Своих людей беречь надо, медведь. Где сын? Где сын, спрашиваем тебя? Здорово, святой Йозапас. Здравствуйте. Где Вайткус? Сын-то? Сын. Он там. Окаянные. Не бабье это дело соваться в политику. Пусть мужчины потолкуют, если есть о чем. Язычники окаянные. Был вместе с бандитами? Да, был год. Домового знаешь? Нет. Стоять! Я амнистирован. Живу легально по документам. Есть закон об амнистии. Знаю, не ты первый. Постой! Кто стрелял в отца? Не знаю. Узнай. Иди в лес и узнай, кто убил медведя. 3 дня сроку даю. В лес уйдет. Ищи его тогда. Никуда он не денется. Не бросит отца на произвол судьбы, верно? Не бросишь. Отец. Это всегда отец, верно? Да. Хватит. Довольно терпеть. Не явишься через 3 дня, всех расстреляю. Виновных и невиновных. Око за око. Секретарь велел доставить Вайткуса, да не сказал которого, отца или сына. Думаю, пригоню обоих, сам выберет, который нужнее. Сынка веди. Я хотел обоих. Сына сказано. Воля ваша. Налей-ка по стаканчику. Твоя баба? Моя. Огонь. А разве плохо?
запаха пороха не осталось. Но стреляли, очевидно, с близкого расстояния. Могу на память? Бери. Как приказано, товарищ секретарь? Ну что ж, познакомимся. Какие у тебя отношения с советской властью? Нормальные. Я никого не убил, меня амнистировали. Это я знаю. Почему ты связался с домовым? Такое было время. Какое такое? А почему ты вышел из леса? Ясно. Что ясно? Отца пожалел. И себя? Да, и отца. Где работаешь? Где придется, на мельнице, при дороге. Нет здесь работы, а в город не пускают. Дадим тебе работу. Иди сюда. Иди, иди. Садись. Садись, садись. Так вот, будешь председателем в нашей деревне. Бери печать. Жалование положим, как подобает. Проворуешься, карать будем. Значит, договорились. Нет! Не сумею. Мы поможем. Не станут меня люди слушаться. От тебя будет зависеть, председатель. Только от тебя. Вайткус, могу оставить тебе 3 милиционеров. Хватит? Хватит. Можешь идти. Иди. Иди. Здравствуй, медведь. Здравствуй. Бронюс, что ты думаешь дальше делать? Добрый день. Здорово. Хочешь, чтобы я остался здесь? Хотя бы ненадолго. Нельзя их оставлять без защиты. Мертвых? Да. И живых тоже. Добрый день. Какой из меня теперь солдат? Неповоротливая мишень. Да, солдат теперь из тебя, откровенно говоря. Что, откровенно говоря? Ну, ты же сам сказал. Может, просто в город тянет? Опять в больницу? Останусь здесь. Пахать буду. Ты прав. Нельзя без защиты. А как братья? Поговори с ними. Тебе одному будет, пожалуй, трудновато. Да. С домовым шутки плохи. И мести волю не давай.
Месть плохой советчик. Жив, свободен. Единственный, любимый мой. Ты никогда не говорила «любимый». Никто тебя не бил. Били. Кому не лень, били. У кого власть. Не видел. Когда не видишь, и душа не болит. Прилягу. Любимый я... мой. Сейчас я. Меня назначили председателем сельсовета. Почему ты смеешься? Что? Тебя заставили? Они тебе угрожали? Нет, я этого хотел. Всю жизнь этого хотел. Меня породил нищий глухонемой сапожник. Что? Я знал, что у меня никогда в жизни не будет другого отца. Бедный отец. Если бы ты видела, как он разговаривает во сне. Нет. Нет. Налей первача. Поздравляю, председатель. Не трать даром времени. Медведи слов на ветер не бросают. Три дня. Дурень. Дурень ты, дурень. Вы не имели права. Хоть бы мертвого уважали. Неужели место отца достойно лишь бандита? Не ори. Мы с ним посоветовались. С кем? С отцом? Крестьяне уже второй год покоя не знают. Детей в школу не пускают. Нам нужен живой председатель. Хоть бы за поставками следил. Город без продуктов живет. И будете жить без продуктов. Господин учитель. Марцинкус. Слава Иисусу Христу. Во веки веков. Аминь. Вот. Предатель. Если еще будешь пахать землю советом, прихлопнем как собаку. Последнее тебе предупреждение, домовой. Почти без ошибок. Кто принес? Почтальон. Говорит, нашел на почте, только без марки на конверте. Так еще с моей бабы рубль взял. Говорит, за то, что письмо тебе без марки пишут. Что же теперь делать? Объясните, раз вы власть. Бандит Вайткус теперь будет власть. Что делать, если тебе без марки такие листочки шлют? Что молчите? Так пахать мне или не пахать? Не знаю. Хочешь, паши, хочешь, нет. А хлеба дашь? Нет. Видишь? Винтовку дадим. Наклал я на ваши винтовки, секретарь, если поправить. А больше ничего у нас нет. В жизни я винтовки в руках не держал.
Братцы, братцы, братцы. Не уезжайте. Слезам не будет конца. Постой. Пронос. Возьми свою игрушку и иди к нему ночевать. Все равно все здесь не поместимся. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. А, да-да. Не узнали? Как спалось? Спасибо, хорошо. Так-так. Для вашего же блага советую вам изредка менять место ночлега. Ночь здесь, ночь там. Понимаете, о чем я? Спасибо. Я и раньше редко ночевал дома. Да-да. Донатос! Бронис, мать зовет. Ступайте, слезами уже не поможешь. У тебя дети есть? А почему вы спрашиваете? Да так, к слову. Школы у нас нет, но для самых маленьких один класс можно организовать. Ты теперь председатель, подумай. Ясно. Нацепила комсомольский значок на такой возвышенности. А на каком месте ты посоветуешь мне носить его? По субботам где танцуете? Никто теперь не танцует. Лесных боятся. Алдона, хочешь нам помочь? А что я могу? Шла бы работать в контору. Ой, только не с ним. Почему? Председатель, нашел тебе помощницу. Девушка ученая, своя, не обворует, будет у тебя секретарь. А? Ясно. Как наши дела, председатель? Один день уже прошел? Ну, езжай. В случае чего вызывай солдат. Ладно. По какой дороге поедете? По Дубраве, напрямик. На вашем месте я бы сел наверх, в кузов. Видал, что он со мной делает? Специалистам надо верить. Какие уж там с меня поставки, господин товарищ начальник. Раз коров у нас нет, неужто мне соседского козла доить? Говорю, еще весной бандиты увели моих коров. Только две и было. Мы их назвали одну тещей, а другую это чемпионкой. И вот остались с одной телкой. Сами без молока сидим. Так еще, слава богу, без детей. А председатель об этом знал? А как же, знал. Я всем говорил.
И ваш батюшка знал, и прежде который был председателем, и потом еще перед этим передовой председатель, все знали. А как же, как же? А, так вот, я говорю, пришли ко мне эти проклятые бандиты и увели моих коровушек. Врешь, когда весной мы приходили к тебе, ты тогда сказал, проклятые советы увели твоих коровушек. Сами без молока сидим. Хорошо, что без детей сказал. Ты? Так ведь убить хотели. Мое сало забрали. Сам вынес. А как же тут не вынесешь? Никто тебя не винит за сало. Да? Так как же с долгом? Пусть стащит за год. За год от трех коров. Пусть и впрямь посидит без молока. Наказывать не будем. Но знаешь, Богу Богово, как говорится, а что государству, так уж будь добр государству, от трех коровушек за год. Спасибо вам. Спасибо. Не надо. Прошу, Потивина. Спасибо. Дайте справку, что родился ребенок. Пиши, да она настоящая. О, какой маленький. Словно воздух из него выпустили. Как решили назвать? Ну, решили, чего тут мудрить. Юргис, пацан. Подумать только, из такого головастика когда-нибудь вырастет мужчина. Явился Юргис Потиус. Слыхал, муку в город повезете? Повезем. Где бухгалтерия? Домовой просил обождать 3 дня. Он говорит, в лесу хлеб кончился. И водка. Сколько ему надо? Все. Куда денег? Сгноит? Пускай гниет, так и сказал. Пусть гниет, а совета не достанется. Хозяин, останавливаю. Самый главный спрашивал, когда собираются уезжать медведи. Не знаю. Нельзя выпускать их из деревни. Раз уж приехали, пускай, как говорится, остаются в родной земле. Еще спрашивал, зачем, мол, остались в деревне милиционеры? Для моей охраны. Не бойся, свой. Не помнишь? Зять Волосного, Фили. Он и кокнул председателя. Зачем мне это знать? Вы свое, я свое. Войны прошло, а тут ничего не изменилось. Кое-что изменилось. Мальчишка, я сюда часто бегал. А все-таки не хватает 10 мешков. Значит, украли. Чудес не бывает. Когда повезем? Повремените денька-два. Кончим молоть. Повезете все сразу. Ты власть, ты решай. Завтра же. Если завтра повезем муку, надо позаботиться о лошадях. Позаботился. Так, затем надо подумать, кто будет сопровождать обоз. Подумал. Я один. А почему ты один? Кому нужен этот риск? Посчитайте, кто не додал зерна и сколько. Риск, что одному, что 10. Слушайте, медведь, меня назначили председателем. Постараюсь управиться сам. Понадобится помощь, буду обращаться к вам. А пока нет. Пожалуйста, дело твое. Но нам хотелось бы иметь живого председателя. И мне тоже. То-то. Ну, властвуй. До свидания. К
кончила. Я пойду. Ладно. Трудитесь? Я не кстати. Доброй ночи. Провожу тебя. Без провожатого спокойней. Может, уже с ним снюхалась? Брось. Бросил. Не дури, а то душу вытрясу. Эх ты. Пошил всех. Зачем пришел сюда? Меник встретился с самим главным. Ясно? Ясно. Так вот, главный велел спросить, точно ли завтра повезете муку? Да. Кто сопровождает обоз? Я. Откажись. Братья пусть едут. Самый главный велел сказать, что мы должны взять все разом, и муку, и этих медвежат. Не охотиться же нам за ними по одному. Ясно? Ясно. Кто домовой? Не знаю. Работаешь? Да. Кто стрелял? Я. Померещилось. Что-то мне не можется. А что такое? Черт знает, хворь старая. Может, мне не ехать с обозом? А кто поедет? Вы. Я? Вы, вчетвером. Ладно. Мы поедем. Спокойной ночи. Выходи. Так и голову можно оставить. Мы не договорились, какой дорогой ехать медведям. Пусть только все братья соберутся на мельнице.
А потом мы им покажем дорогу. На той подводе повезете? Сейчас подъедут, лошадей у брода паят. Тащи, тащи! Не стрелять, пока не соберутся все четверо. Братцы! Братцы!
ты кто такой? Ма! Сори. На винтовку. Попробуем. Видите? Ну вот. Видите? Йонас! Йонас! Нет! Уймись ты! Йонас! Ну! Борода. Ротный командир. Раньше мы тоже думали, что он домовой. Упустили гада. Вряд ли он здесь был. Домовой не любит людского шума. Если верить Мельнику... Что случилось? В чем дело?
Вставай. Встать! Узнает домовой про твое предательство, будет его. Ну! Ты ранен? Не. Хочешь нам помочь? Нет, есть уже вот один подонок, хватит вам. Твоя воля. Да пошел. Марш. Чего? Ты теперь старший в семье. Запрети да надо сутискать Алдон. В городе у него баб сколько хочешь. Жалко девку. Он взрослый человек. Разве запретишь? Поговори с Алдоной. Самому небось охота, а? Ладно, поговорю. Письмо в городе секретарю отдашь. Хорошо. Матеус, а? Будь осторожен. Гляди, не дури только там, в городе. Да что? Знаю я этих шелковых барышень. Всяких. Они там за рубль тебе все отдадут. Йонас, послушай, зайдешь в школу к заведующему и скажешь, что я задержусь. Ради бога, только без фантазий, хорошо? Ничего страшного не рассказывай, не пугай, а то еще подумает не весь что. Третий день проходит. Забыл? Третий день. Филин, тот, что сидит на повозке, он убил вашего отца. Он. Кто подтвердит? Мельник. Умер. Еще. Он сам, Филин. Домового боишься? Боюсь. Бронис, а что если и я поеду с обозом в город? Оставил мост, никому ничего не сказал. Да и Йонасу будет спокойнее. Йонасу? Ему-то на самом деле станет спокойнее. Поезжай. Не рано ли веселишься? А что же мне, плакать, что ли? Звали? Ага. Как бы дипломатичнее, поделикатнее объяснить тебе.
Йонас любит тебя. Видит каждый день, глаза привыкли. Ты давно в нашем доме? 2-й год, как осталась одна. Отец здесь был первым председателем. Ага, да, слышал. С чего мы начали? Глаза привыкли. Какие глаза? Ах, да. Раз ты живешь в нашем доме, значит, мы все за тебя в ответе. Йонас просил, чтобы я поговорил с тобой. И вы тоже отвечаете за меня? Наверное. Черт. Болит. Когда мы были маленькие, мы вместе играли. Вытаскали из этого сада яблоки, зеленые, неспелые. А потом у нас животы болели. Где тебя так ранило? Под Ригой. Страшно было? А нет. Немец стоял спиной к морю, думали, будет драться до последнего. Но это уже был не тот немец. Они сдавались в плен батальонами. Была весна, конец войны, и никто не хотел умирать. Там погиб мой брат. Прости. Ты прости. Я буду заботиться о тебе. Слышишь? Потому что спина болит? Нет. Ну, значит, дело еще проще. Глаза привыкли. Ну чего ждешь? На! О. О. Отца убил. Нет. Нет. Да, вставай. Беги. Во имя отца и сына. Донатос! Ты убил его? Нет, это неизвестно. Убил, слыхал своими ушами. Ну, убил. Конечно, убил. Ой, влетит тебе за это. Ой, влетит. Это тебе не девок портить. Йонас, садись.
Песню отца спой. Да. На Монтужеле, и руже сакась, и с утра до стула вскапотян пожалась. И с ура до суна вскапа тян пожалась. Скальки-скальки сунай дели, кана там гуле. Кага славка те во двораски бери жиргай. Да благослови тебя Бог. Слыхал? Стреляли в лесу. А ты с кем, святой Йозапас? С литовцами или с советами? А я со своей бабой. Разве это плохая политика, а? Ну, выпил и пошел вон. Вернись! Чего тебе? Спрячешь меня, понял? Ага. Потом сходишь вдове Мельника, скажешь ей, что я жив и что я на свободе. Схожу. И еще скажешь, что на мельнице нас предали. Кто предал? Не твое собачье дело. Предали. Председатель предал. Так и передашь Вайткус, понял? Ты что молчишь? Оглох, что ли? А? Понял. Иди. К вдове Мельника. Пускай она передаст самому главному, что я... на свободе и жду от него слова. Бегу. Ты один? Один. Бегу. Стой! Попробуешь донести на меня. Знаешь, что тебя ожидает? Знаю. Вот хворост. Не дай огню потухнуть. Не могу без тебя. Хочу, чтобы любил ты меня каждый день, каждый час. Ты красивый, когда смеешься. Еще. Зачем ты заодно с медведями? Чего ты добиваешься? Я хочу мира. Не будет мира, если не будешь меня целовать. Не так, несмышленый ты, не так. Молотите. Только не вздумай ревновать. Как видно, разговор будет. Не надо. Не надо. Потешьтесь. Короток век человека. Не терпится баба, а? Почему он не полез драться? Разве это ему в новинку? Думаешь, до сих пор он ничего не замечал? Он что, на самом деле святой? Да. Мой муж. Первый муж. Погиб в Восточной Пруссии. Ты его...
журнал? Прано. Здоровались иногда. Жаль. Ты не знаешь, какой это был мужик. Ради него я бросила дом, родителей. И приехала в этот проклятый край. Я тут родился. А я росла у Немана. Какое раздолье. Боже, боже. Позови меня. Я брошу все и побегу за тобой. Я тут родился. Откуда взялся твой святой Йозапас? Зря. Ох, зря ты связался с медведями. Зря. Потом остановил подводу и погнал пленного в лес. А дальше? Стрельнули в лесу. Пах. А почему ты думаешь, что стрелял медведь? Так ведь у того же не было ружья. Ясно. Что ты знаешь, что видел? Ничегошеньки. И выстрела не слышал? Ничегошеньки не слышал. А может, вспомнишь? Нет, ничего. Марцинкус, а ты что скажешь? А что надо бы сказать? Убил или нет? А это уж, братцы, ваше дело. Ваше. Ладно, можете идти. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Донатос, а что ты можешь добавить? Допустим, я скажу, что отпустил его в лес. Вы поверите? Нет. Нет. Слушай, учитель, что будем делать с Донатосом Медведем? Наказать его надо! Иначе людей от себя оттолкнем. Нельзя незаконным путем за правду бороться! Донатос, давай подумаем все вместе. Ведь ты это сделал сгоряча. Почему сгоряча? Если бы я его сейчас встретил, еще раз убил бы. Гада. Это писать? Хватит. Миколас, отведи-ка его в амбар. И запри как следует. Приедет секретарь, путь разбирается. Идем. Не дури. Никуда я не пойду. Пойдешь. И под охраной пойдешь. По всей деревне. Чтобы люди видели, что перед законом все равны. А ты, медведь, в первую очередь. Пошли. Берегись, я его упустил. Винтовка подвела. Вот такие-то делишки, председатель. Слушайте, медведь, надо вызвать солдат. Домовой мельницу не простит. Нет у меня солдат. Нету. Все винтовки, которые мы взяли на мельнице, надо бы раздать в надежные руки крестьянам. Вайткус, у тебя были братья? Нет. Мать бросила отца, когда я был сопляком. Может, так и лучше. По бубновому королю. Да, мой пик. По твоим червям. Десятка. Здравствуйте. Здорово, здорово. За водкой или на разговор? И за тем, и за другим. Ага. Водка свежая. А разговор какой?
Говорят, люди, оружие раздаете. Неужто уже говорят? Ага, хорошо. Тогда я буду говорить прямо. Мужики, не пора ли нам схватить домового за это самое место и прикончить? Одним махом. Знаю, руки ваши мозолистые, не привыкли держать винтовку. А что делать? Как вы думаете, кто будет за вас жить? Самим придется, черт побери. Хотим мы этого или не хотим? Самим, самим. Разве не стыдно перед нашими бабами, черт побери? Неужто мы не способны защитить свой дом, свой порядок? О чем молчите, мужики? А, может, споем литовскую? Братцы. Чвянгжиргяли сланкой, йодберели сланкой. Жюри мано мергучере, пасиремо сангом. Жюри мано мергучере, пасиремо сангом. Мергучеля мана, лелиеля мана, арту жюри. Ар не жюри, аж не бусю дава. Ар тужу. Что-то не ладится наша песня. Оставь нас, председатель. Уйди. Не пальцами, а ладонью. Ладонью надо. Ты меня не учи. Я еще в ту войну в немецком плену был. Человека не целься. Ишь ты какой. Медведь. Хочешь, скажу, о чем думаю? Давай. Если бы ты на мельнице не дал домовому по заднице, ты бы мне всучил ни одной винтовки. Литовец риску не любит. Я к тебе с просьбой, святой Йозепос. Ну? Сведи меня с домовым. Сделай одолжение. Я? Да, ты. Ведь заходят к тебе и такие, и сякие. Хмельного ищут. И такие, и сякие. Не откажешь? Вот видишь, сведи. Для переговоров. Может быть. Ну, а тебе-то какая польза? Крови меньше. Захочет ли он? Как думаешь? Разве он знает, чего хочет? Ну, убьет меня, мне это не впервой. Убьет еще третьего, десятого, всех не перебьет. Бабы детей нарожают больше, чем у него патронов. И не запретишь ведь бабам этого удовольствия. Хочет свалить советскую власть... Гитлеру не удалось. Так, так. А может, он надеется, что народ про него песни сложит? Грустные будут эти песни. Грустные. А может, человек не видит другого пути? Слепота его всем дорого стоит. Святой Йозепос, сведи меня с домовым. И чем скорее, тем лучше. Медведь, когда нам ждать домового? Возможно, и сегодня ночью. Ой, Господи. Йонас. Ляжешь у окна. Ставни не закрывай. Если можешь, не спи.
Микас. Да. А я буду спать в саду. Мама, дай чем-нибудь накрыться. Мама. Ой, Господи. А мы ляжем здесь. Отвернись. Тебе велено смотреть в окно. Пойдешь ко мне в невестке? Люблю. Откуда знаешь? Я хочу, чтобы он жил. Гляжу на него со стороны. Он и впрямь медведь. Аж страшно. Глупости. Хочешь от Брониса иметь ребенка? Не знаю, не думала. А ты подумай. Хочешь от мужчины иметь детей, выходи за него, значит, любишь. Хорошо мне со старым медведем было. Все сыновья. Начни все с изного, десятерых бы народила. Поговори с Бронисом, пусть останется. Пусть не боится. Я буду внуков нянчить. Господи, прости меня. Мои прегрешения, которые гнетут моих детей. Не дай созреть семени зла, которые я посеяла в их сердцах. О, Господи, пойми. Что будет с Донатосом, Микол? Вы повезете его в город? Не знаю. Мама, сколько нас, литовцев, осталось? А режем друг друга каждый день хуже фашиста. Разве по своей охоте, Микол? Разве не нашего отца первым обидели? Я понимаю, мама. Классовая борьба и так далее, и тому подобное. Тут, мама, я понимаю. А на сердце тошно. А может, мое сердце мой классовый враг? Донатос? Что, мам? Не надо ли чего? Спасибо, мам. Может, выпустить тебя на минутку? Не надо, мам. Почему ты убил того человека в лесу, Донатос? Хватит греха, хватит беды нашему дому. Послушайся, матери, неужто не можешь держать себя? Думаю об этом, мам. Бронюс, твой брат кается, он не хотел убить этого человека. Неправда, мам, я не сказал, что не хотел. Видишь, он этого не говорил. А ты никогда, сын мой? Я солдат, мам. Если могу не стрелять, не стреляю. Ох, за что, за что? На наш дом. Алдоны нет? Знаю. Старина,
Ты обозлился на нас? Донатас. Так надо. Для общей пользы. Наверное. Постой, слышь, он проворовался. Вот ключи, печать. Я ведь хочешь, не хочешь, обязан это вернуть, правда? Не знаю. Так ты погоди. Не надо! Не надо! Надо! Хотел быть. Хотел быть для вас своим. Честным. Нужным. Всех медведей, Марцинкуса, Будника, Потюса,
И немого отца-предателя. Главное, я вам вчера понесу. Сочтемся, потом сочтемся. Мама! В подвале! Забыли Донатаса! Беги! Медведь! Беги. Нет. Беги. Ну? Ну? На колени. На колени, как я тогда. На колени! Куда девался твой муж? Где Марцинкус? Уехал в город. Я же предупреждал твоего мужа. Как человека. А он снюхался с медведями. Нехорошо. Отца Вайткуса, немого сапожника, повесили на этом. Как его? А медведи? Бей, пока не скажет. Что ты должна сказать? Не знаю. Поиграем? Этому не бывать. Что разлеглось? Матеус! Ушел!
Вот тебе по-литовски, по-литовски. Матеус! Ты что, хотела, чтобы он на тебе так сидел? Вот оно. Секретарь, секретарь! Послушайте, в деревне стреляют. Слышите? Стреляют. Ну так что ж будем делать? Все равно надо вперед. Стреляют, значит, живы. Не так ли? Бабушка, что у вас тут творится? Thank you.
Ha 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 ha!